красиво. Ты посмотри, какая большая. Во время представления запрещается вставать со своих мест и перемещаться по залу. Фото- и видеосъемка разрешается, не вставая со своих мест. После шоу дельфинов вы можете с ними сфотографироваться и поплавать в акватории нашего дельфинария. А после посетите выставки и местные дельфинария. Собачек, пингвинарий, океанариум, зоопарк. Музей занимательных наук, гений, роботы и грудный человек. Приятного вам отдыха!
и морской лев Тимур. Прямо сейчас Тимур направляется к вам. Вы его увидите поближе. Вот только попрошу вас, когда зверь окажется совсем вблизи, не пересаживайтесь. Договорились? Ваше движение хищник расценит как угрозу лично для себя. Мама, сядьте, пожалуйста. Прямо сейчас остановитесь, вы нам срываете шоу. А вот поприветствовать южную американскую звезду, конечно же, можно и даже нужно.
чуть не забыли рассказать нашим гостям про футбольный матч. Друзья, мы прямо сейчас организуем Москву футбол. Пока наши спортсмены готовятся, давайте мы и будем поддерживать. Сектор А и Б, вы поддерживаете нашего Тимона вратаря. Договорились по моей команде громко кричать «Тимон!». Ну а вы, сектор ВВ, за нашего нападающего Дельфина Нику. Готовы? Итак, ребята, 3, 4, поехали!
нее. Какая же нежная и грациозная, подумал он. Такой сильной и мужественной решила она. С тех пор они никогда не расставались. Дорогие наши гости, вы будете невероятно удивлены, когда вы узнаете, что среди многочисленных талантов у наших животных есть еще один талант – художник-мариниста. Малышка Кио создает для вас этот шедевр. Малышка только учится рисовать. Давайте ее поддержим. Благодаря вашей поддержке у Гео все получилось. Счастливого обладателя этой картины и заберет ее себе домой.
Но прежде мы проведем аукцион, в котором могут принимать участие, внимание, только уважаемые взрослые. Договорились? Ну и самое главное, друзья, победителя аукциона ждет еще два больших потрясающих сюрприза от большого творчества «День финаля». Итак, кто же станет сегодня этим счастливчиком, мы узнаем прямо сейчас. Аукцион объявляем открытым. Стартовая цена нашей картины всего-навсего 100 рублей, господа. И вы готовы принимать ставки, обязательно поднимайте, пожалуйста, ручки выше, говорите громче, можно даже привстать, чтобы мы вас увидели, и вы не остались незамеченными. Двести у нас уже есть очаровательная девочка, участница аукциона. 300 рублей перевели цену. 500 возросла цена нашей картины. 1000 серьезной ставкой, серьезного джентльмена, 1000 рублей. Кто может предложить больше? Решайтесь оперативнее. 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1200 принято от нас ставка. С этой стороны кто-то хочет принять участие, сделать ставки. 1200 раз. 1500 рублей возросла наша цена нашей картины. 1500 рублей раз. Торги продолжаются. 1700. Замечательно. 1700 раз. 1700 два. 2000 рублей. Кто сказал, ребята? Вы 2000 рублей. Замечательно. С этого момента, уважаемые участники аукциона, минимальная ставка 500 рублей. Договорились? Можно больше, но не меньше. Ну а пока 2000 рублей раз. 2000 рублей два. И на всякий 2500 успели, не ждите, когда я начну отчет, друзья, 2500 раз, 2502 и 2503, картина продана. Скорее мы приглашаем счастливого обладателя вместе с детками к нам на сцену, спускайтесь. Счастливые обладатели и победители аукциона, спускайтесь к нам, вас ждет сюрприз, да не один, а целых два. Проходите, дорогие, к нам скорее, мы вас ждем с нетерпением. Давайте прежде с вами познакомимся. Представьтесь, пожалуйста. Очень приятно, а вас? Слава. Слава, ну а тебя, красавчик, как зовут? Игорь, замечательно. Куда вы везете картину? С какого вы города, Наталья? Москвы. В столицу аплодисменты. Ну что, дорогой папа, у вас семейство. Проходите, выбирайте картину. Ну а вас, Наталья, вместе с Игорем мы приглашаем на помост. Вас ждет сюрприз. Большой сушинский дельфинарий дарит вам пригласительный на фото с дельфинами.
Пишите, дорогие, проходите на свои почетные места под наши громкие аплодисменты. Наслаждайтесь этим зрелищем.
отсчет. 3, 2. Именно по этой причине дельфины избегают замкнутых пространств. Но следующий номер они сделают благодаря доверию и тренерам. Внимание на кольца. Дельфины готовы преодолеть любые препятствия, доверяя любящим тренерам. Но самая главная цель артистов, разумеется, ваши руки. Считаем вам полно, готовы свечивать за счет
Великолепная игра и ваша громкая поддержка нашей команде. Живут в водной среде, но ты
больше, как мы с вами, кислорода. К тому же являются очень мощными и сильными животными, которые, безусловно, заслуживают не только любовь, но и уважение. Самый захватывающий трюк – все внимание на вышку.
теперь стали намного ближе друг к другу. Между нами теперь не просто дружба, а большая любовь. Большой сочинский день в финале и тот самый романтичный финал. Ждать красивый. В сувенирной лавке вы получите готовые фотографии. Ну что, дорогие.